Добрый вечер. Каждый человек нуждается в спасении. Независимо от того, сколько тебе лет, ты нуждаешься в спасении. Независимо от того, ты ли ребенок, ты ли взрослый человек, или ты пожилой человек, нуждаешься в спасении. И спасение – это тогда, когда ты знаешь Иисуса Христа лично. Не просто знаешь Его имя, что кто-то такой когда-то существовал. Только когда ты знаешь Его лично, когда ты убежден в том, что Он твой Господь и что Он твой Спаситель. Потому что только когда ты знаешь Иисуса лично, ты пойдешь на небеса. Если ты не знаешь Его лично, пойдешь, когда умрешь в ад. И жизнь человека на этой земле, она недолго. Даже если человек живет 100 лет, это тоже недолго. Потому что вечность, она никогда не закончится. Вечность навсегда, навсегда. И поэтому нужно сейчас на этой земле покаяться и помириться с Богом. Это, что сейчас слышишь от меня, человек, ты слышишь это не случайно. Это не случайно, что ты сейчас здесь. Это не случайно, что ты сейчас в Польше. Потому что Бог любит тебя. И Он хочет для тебя спасения. Но ты решаешь. Это твое решение. Это твое решение. Ты примешь его или ты его не примешь. Это самая хорошая вещь, которая может приключиться человеку, что он встречает Бога. Ничего лучшего нету. Бог, Он хороший отец. Бог любит тебя. Бог примет тебя, если ты к Нему обратишься. Он тебя примет. Он тебя не отвергнет. Он хочет тебя, но ты решаешь. Я сейчас стою перед тобою и даю тебе этот выбор. Ты можешь принять жизнь или ты можешь остаться в смерти. Ты решаешь. Я тебе скажу, что ты должен сделать, если ты хочешь помириться с Богом. Ты нуждаешься в том, чтобы поверить, что Он умер за тебя, что Он пошел на крест, что и умер за тебя, лично за тебя. Ты нуждаешься в этом, чтобы поверить, что Он воскрес и что Он победил смерть. Если ты примешь Его как своего личного Спасителя и личного Господа, ты будешь спасенным. И пойдешь на небеса, когда умрешь. И я тебе еще одно скажу. Иисус возвращается на эту землю уже быстро. Я не знаю, когда это будет, но Он возвращается сюда. И я тебе советую, чтобы ты покаялся и чтобы ты принял Его сейчас, пока есть время. Потому что когда Он вернется, будет слишком поздно. Он сюда вернется, как большой король, царь царов, Господь Господев. И тогда будет слишком поздно. Время сейчас, чтобы покаяться. Время сейчас, чтобы принять спасение. Поэтому подумай об этом всем, что ты сейчас услышал. Потому что это вечная жизнь. И это для тебя, если только захочешь. Если только Его примешь в свою жизнь. Ты будешь безопасным, ты будешь счастливым человеком. У тебя будет мир, а когда умрешь, пойдешь на небеса.